28 октября – Дмитриевская родительская суббота, поминовение усопших. В субботу, ближайшую к дню памяти великомученика Дмитрия Солунского, святого IV века, совершается поминовение усопших воинов и всех умерших православных христиан. Такая традиция существует в русской церкви со времен святого князя Дмитрия Донского. После битвы с войсками Мамая на Куликовом поле князь Дмитрий посетил Троице-Сергиев монастырь и попросил преподобного Сергия Радонежского совершить поминовение всех убиенных воинов. Как повествуется в житии святого князя, с величайшей радостью возвратился в Москву великий князь, получивший за столь славную победу над татарами прозвище Донского, и немедленно отправился к преподобному Сергию. Прибыв в обитель, он от всего сердца воздал благодарение Господу, сильному в обранях, благодарил святого игумена и братью за молитвы, рассказал преподобному подробно о битве и повелел служить за упокоенные литургии и панихиды за всех воинов, убиенных на Куликовом поле. Великомученик Дмитрий Солунский был покровителем князя, поэтому традиция совершать поминовение воинов незадолго до памяти великомученика, который и сам был воином, принявшим смерть за веру во Христа. Сейчас богослужебное поминовение усопших перед памятью великомученика Дмитрия стало общей традицией русской церкви. При этом совершается поминовение не только воинов, но вообще всех умерших православных христиан.